Как настрой на этой группе? Настрой боевой, я там говорил в предыдущем интервью. Принципиальный соперник, Маяк. В прошлом сезоне в Зоналке встречались, вот, поэтому все выходили только с мыслью о победе. Опять победе, потому что мы проиграли прошлую игру. Вот. Борисов, привет, ты красавчик, мы очень довольны. Вот. Но сейчас был другой судья, и Маяку просто нечего было предложить против нашей слаженной командной игры. Класс. Но как получилось так, что сравняли все-таки счет? А если честно, когда мы сравнивали, выходили вперед, очень такая... Я обещал интересную игру. Интересная игра получилась, вот. Следить было зачем. Вот. Игра была равна, играли? Играли Маяк и Макаби. Вот. Все получилось у нас очень здорово. Ну как, мы просто, я же говорю, нам нужна была только победа. Вот. Поэтому мы не унывали, когда пропускали, мы шли дальше и в итоге своего добились. Заслуженно, Да. Анжи чемпион. Да, Анжи чемпион. Как в итоге удалось вот этот последний гол вырвать? Да как Макар просто гений, вот у нас защитник, по идее. Ну, этот человек вообще невероятный, я считаю. Он и в защите чистит все, и когда надо, в нападении показывает результат. Ну вот, я голевую дал, Макар замкнул, связочка работает. Ну, ты голевую, конечно, да, тут без этого нельзя. А он обиделся, что я захотел, чтобы на меня голевую защитили. Я считаю, то, что просто повезло сегодня, нам игра была, правда, равна, и Маяк тоже заслушал победы, особенно в конце. Он очень тактичен и дипломатичен. А я просто доволен, что Макаби выиграли и заработали первые очки высшей лиги. Я еще и капитан, кстати, я обещал в прошлом интервью, что у меня капитанская повязка будет. Вот, пожалуйста. Я заслужил. Да. И Макаби тоже 3 очка в игре с Маяком заслужили. Всем спасибо за игру. Класс, спасибо.